Краса района, глаза сверкают не от счастья. На залипонах она любит чуть-чуть почать. За миллионы смайлов по факту с кислой миной. Она не любит логику, она любит когда красиво. Миллион парней, шикарные автомобили. Всегда в центре внимания и любит, чтоб ее любили. Куча подарков, цветов и безделушек. Ты можешь чушь чесать, она не слушает. В ее контакт-листе свидания на каждый день. Ей нравится внимание, на месте не сидеть. Банальная романтика уже не удивит. Она любит то, что греет и как золото блестит. Учеба не учеба, ведь можно проплатить. Во время сессий предпочитает где-то потусить. Египет, Турция уже не модно, надоело. Курорт по классу лакшери, совсем другое дело. Она крутая, но я все равно удивлю. Пошлю открытку, напишу, что вертела хую. Ее законы о псевдопафосной жизни. В этой жизни это просто тупо не имеет смысла. Она крутая, но я все равно удивлю. Пошлю открытку, напишу, что вертела хую. Ее законы о псевдопафосной жизни. В этой жизни это просто тупо не имеет смысла. Живет мечтами, ее мечты не тают. Она не ангел, но все равно когда летает. Меняет исполнителей своих желаний. Стремительно, быстрее истребителя. Но для нее это простительно. И подпустить к себе не так уж просто. Ты должен ростом быть не ниже 1,90 м. И тазик должен быть не ниже бизнес-класса. Давай старайся, бразы. Она ведь классная, она крутая. Но я все равно удивлю. Пошлю открытку, напишу, что вертел на хую. Ее законы о псевдопафосной жизни. В этой жизни это просто тупо не имеет смысла. Она крутая, но я все равно удивлю. Пошлю открытку, напишу, что вертел на хую. Ее законы о псевдопафосной жизни. В этой жизни это просто тупо не имеет смысла.